городе Оружейников в Туле презентовали проект, который, как предполагается, преобразит центр города и вернет ему исторический облик. Власти собираются благоустроить набережную реки Упы. Речь идет о территории, расположенной за стенами Тульского Кремля. Долгие годы эта часть набережной оставалась недоступной для местных жителей и туристов, но глава региона Алексей Дюмин год назад пообещал, цитата, «вернуть реку горожанам». Реконструкцию намерен завершить уже в 2018 году. Это еще один шаг для привлечения инвесторов в наш регион. Это тоже очень важно. И мне очень приятно осознавать, нам, всем тулякам приятно осознавать, что этим проектом занимается известный, ведущий архитектор нашей страны, который делал много проектов очень серьезных в Москве, в Калуге, в Казани, в других наших крупных городах. Это Олег Аркадьевич Шапира. Согласно проекту, в новой зоне отдыха будут разбиты детские площадки. Также на территории планируют создать музеи и творческие студии.